Ну, а зараз нарешті в нашій студії ми дочекалися появи наших місцевих миколаївських кінологів разом зі своїми, звичайно, домашніми улюбленцями. Сьогоднішня наша програма присвячена догляду за новородженими цуценятами. Отже, якщо у вас в родині таке поповнення у ваших домашніх улюбленців, то ця програма саме для вас. А якщо ні, то я думаю, що вам приємно буде все одно її подивитися. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Я вітаю вас. У нашій студії представляю Олена Троян, голова Миколаївської обласної громадської кінологічної організації «Трон», і Раїса Жищинська, власниця розплідника. Представте нам своїх звірято. Ну, это маленькие собачки породы чихуахуа. Вот они у меня родились. То есть я заводчик. С 11-летним стажем. С 11-летним стажем, да. Щенки у меня рождаются периодически в моем питомнике. И вот есть разные способы выкармливания щенков. То есть от маленького до уже вскармлювань, коли вони можуть кушати самі. А з чого треба починати розмову по догляду за новородженими тваринками? Ну, в першу чергу, треба починати з того, що з підбору пари. Тобто, да, підбор пари. Так далеко, да. Надо... Як же треба обирати пару для свого домашнього улюбленця? На що треба звертати увагу? І чому це так важливо? На генетику, тому що в першу чергу ми смотримо, що ми воспроизводимо в цей світ. Тобто ми відповідальні за це? Звісно. Щоб були здорові, генетично не були наслідні захворювання, як, допустимо, епілепсія, вот, і ряд інших, дисплазія, ну, дуже багато, ряд таких вот генетичних захворювань, які передаються по наслідству. Тот же самий криптархізм і так далі. Тобто причисляти. Тобто зуби, прикус і все остальное. Да. То есть, вот, щоб не тільки була, ну, я ж говорю, вот, сама по себе собака, щоб була не тільки красива, но обов'язково здорова, щоб не була предрасположеність, як, вот, собаки есть у нас генетически аллергичные, то, что сейчас у нас сплошь и рядом. Да. Вот, поэтому для этого надо обязательно учитывать. Зрозуміло. Ну що ж, пару вже вибрали, і ось настав день, коли маленькі звірятка з'являються на світ. Ні, це ще рано. Це ще рано. Це рано. Так, що рано. Далі? Другий крок. Второй шаг – это выкармливание беременной девочки. То есть, когда она беременная ходит, ей нужно специальное питание, не такое, как всегда. Надо больше добавлять кальция, то есть молочные, кисломолочные продукты, если она их воспринимает нормально. То есть нужны витамины специально для беременных. И потом уже только и день родов наступает. И еще хочу добавить мацион. И все, как у людей, да, мацион. Не будет мациона, не будет хороших родов. Это я вам говорю, как уже тоже специалист по родам. Вот, поэтому если собака у вас лежит на диване, если она не двигается, вот, они вот во время беременности, особенно во второй половине, мало хотят двигаться, вы должны животное равномерно, чтобы ни в коем случае не прыгать. Ни в коем случае не гоняться за палочками, ну, игрушками, резких движений не делать. Самое страшное, ни в коем случае не драться. Вот, потому что это чревато абортами. Вот. Или же выкидышами, или же какими-то аномалиями. Поэтому надо животное оберегать от стрессов. Ну, чихуахуа якось складно представить убийцей. Почему? Нет, когда много, они могут очень сильно играть, да, разыгрываться, да, и конкуренция идет. Але це, мабуть, важливо для собаки будь-якої породи. Їм правильно, абсолютно, не имеет значения. То есть у нас у всех животных биологический организм. Он одинаково работает на произведение потомства. Поэтому будь это чихуахуа или будь это немецкий дог, я думаю, разницы в этом никакой нету. Главное соблюдать вот режим, мацион, вот, и положительные эмоции. Це також важливо? Конечно. Вот, потому что стрессы, я же говорю, они чреваты и для наших малюков. Який вплив може на малюків здійснити стресова ситуація для мами? В період внутріутробного розвитку. Розвитку. Ну, у щенків може бути, як сказати, якісь аномалії, аномалії можуть бути, да, в характері. Ні, в характері ні, генетично можуть змінитися. Они же формируются очень быстро, и вот во время стресса может какой-то орган
Вот, то есть может подкачивать пусть сердце, может подкачивать легкие, когда щенок уже родится, он будет не такой, как сел, не так будет дышать. Двигаться. Зараз молоді мами серед людей, так, модно планувати час появи свого малюка на світ. Якщо говорити про тварин, коли, чи є якась найкраща, найліпша пора року для появи малюка на світ? Ну, я так думаю, что вот в моей практике я наблюдаю, что осенние щенки, зимние, осенние щенки гораздо крепче, чем весенние, потому что все-таки лето, витамины, больше движения, зима более ограничена и в витаминах, и в движениях. А взимку как раз малюки может підрости? Да, хотя вот люди щенков обычно, ну, стараются брать, ну, на весну, лето, вот, и щенки могут развиваться, да, это может быть и есть какие-то положительные результаты, но есть еще такой маленький недостаток в этом, очень много инфекций во время жары. Так, вот. Ми все ж таки дійшли до появи малюків. Дійшли вже? Дійшли. Да. Дійшли. Що тут, на що тут треба звернути увагу власникам домашніх тварин? На то, как мама питається після родів, після родовий період, і то, як питаються її дітки. Получають ли вони достатньо питання від своєї мами? Коли вводимо прикорм? До 3 неділь, з 16 днів від роду. Як ми можемо побачити, що все з малюками гаразд? Щенки з 12-го дня відкривають глазки. З 7-го дня не слышать. З 7-го дня слышать, да. І з 14-15 дня вони починають ползати. Понимаєте, вони починають двигатися. Їм треба простір для рухи. Да, да, да. Допомагайте. Значит, я хочу еще чуть-чуть вернуться назад, во время, вот когда начинаются роды. Желательно, чтобы присутствовал специалист в помощи в родах, обязательно. Почему? Потому что могут быть всякие нестандартные ситуации. Вот, допустим, даже как я уже человек с опытом, но когда у меня происходят роды, я зову себе в помощь человека, который имеет опыт. Ну, в данном случае, вот Раиса меня выручает, особенно на Новый год. Вот, это почему-то вот у нас традиционно. Традиция, да, Новый год. Да, на Новый год у меня обязательно какой-нибудь сюрприз. Вот, без 15-12 я звоню. Вот, то есть, в любом случае, какая-то ситуация, то есть, человек может как-то растеряться, не собраться. А одна голова хорошо, две головы лучше. Вот. То есть обязательно специалист, ну, или заранее вы договариваетесь с ветеринаром, потому что бывают какие-то нестандартные ситуации, в том плане, ну, там неправильно лежал щенок, то есть, может быть, надо собаку срочно прокисерить. То есть вы уже заранее должны... Специфичные, да, вы должны заранее... Ситуаций бывает очень много. Так поэтому заранее договаривайтесь с ветеринаром, со специалистом, чтобы он был уже наготове и в любое время мог оказать какую, ну, помощь, которая, ну, нужна в данный момент. Вот. И также, тоже немаловажный факт, когда щенок родился, приложить его к груди. Первое получение молозива, вот, очень даже корыстно. Да, и вы видите, насколько щенок хочет жить. Если он хочет жить, он сразу присасывается. Что еще можно побачить и зрозуміти с тваринки, яка щойно народилася? Ну, вже можна побачити її характер. Нет, ми смотрим, вот когда вот я обычно актирую помет, до 10 дней я вижу в этом помете головы. То есть вот когда она еще не толстенькая, когда она еще не обросла сальцем, вот череп, вот какой он есть, вот такая собака будет потом и в дальнейшем. Ну, то есть я такие нюансы смотрю. На що ви дивитесь, Раїса? Я повністю просматриваю щенка. Корпус, да, конечности, пасть, открывается рот, просматривается небо, просматриваются челюсти, просматривается прикус, смотрятся задние лапки, передние лапки у щенков, просчитываются, да, пальчики. Прибылые пальчики обязательно. Прибылые пальцы, если они все-таки есть. Да, изломы хвостов. Они должны удаляться. То есть, ну. Вот, у нас был котенок, родился с 4 ушами. Нічого собі. Да, от була така аномалія. Така аномалія. Да. Зрозуміло. Якщо нас дивляться зараз глядачі, з якого віку вони вже можуть брати, і які хочуть взяти тваринку до себе в оселю, з якого віку вже можна брати цуцика або котика? Ну, дві. У нас маленькі є декорації, мілкі породи і крупні породи. Вони беруться в різне час.
Вот. Декорация, ну, у нас. В принципе, декорация это только после 3 месяцев. Вот. Ну, мы разрешаем на продажу щенков уже с 1,5 месяцев. Вот. Но в этот период надо уже, вот, допустим, с 1,5 месяца до 3 месяцев надо сделать прививочки. Це важливо. Да. А уже крупные породы, средние и крупные породы, мы выпускаем уже в 30 дней. То есть до этого времени щенки уже умеют самостоятельно кушать. Тобто, вот, коли малюк вже вміє самостійно харчуватися, да. А чим ми харчуємо малюків? Ізначально прикорм йде або козьим молоком, або сухим питанням, або сучье молоко йде спеціально, або, ну, хто, как, хто чим прикормлює. Я нутрилоном прикармливала щенков, когда не хват... один щенок у меня не хотел кушать. Могут быть еще такие вот заводчики, которые, вот, допустим, если у суки недостаточно молока, или как, по какой-то причине, там, допустим, нельзя давать молоко, ну, роженицы, вот, находят еще кормящую другую, допустим, другое животное. То есть вторую маму. Да, у меня был случай, когда мы животные, маленьких щенков то и терьера выкармливала кошка. Нічого, да, та, ну, що... такі випадки бувають. Так, да, буває, буває. Та що це, взагалі, заводчик – це дуже тяжкий труд, можна навіть сказати, немножко неблагодарний, навіть не немножко, а множко. Вот, тому що ті затрати, заводчик, який добросовісний, который именно выкладывается и вкладывает туда свою душу, я уже не молчу за материальные возможности, вот, то это не оправдывается, допустим, с продажи тех же щенков. Ну, це вже комерційні справи, а ми говоримо про догляд і про те, як вибрати цуцика, щоб він прийшовся до вподоби. У нас буквально ще одна хвилинка. Чи дві? Щенок має бути дуже активний. Так. Іти на общение з чоловіком. Надо завжди смотреть, какая же собака все-таки к вам пойдет. Собака, это кошечка, какой бы это ни было животное. Независимость от экстерьера. Да, независимость, если вам все равно. То есть вы не берете это для каких-либо целей животных. Коммерческих. Да. Вы выбираете, кто к вам пойдет. Да, они то выбирают, они чувствуют. Душой чувствуют. Да, аура такая. И еще я хочу вот еще дополнить. Вот желательно, чтобы люди обращались в клубы, в питомники и брали собак с документами. Там, где показано их происхождение и обязательно прививочная карта. То есть в это обязательном порядке, по крайней мере, это гарантирует людям о том, что у них вырастет не крокодил, вот, или не после хомячка мишка косолапый, вот, а вырастет действительно достойное животное, по крайней мере, можно будет предъявить кому-то претензии. То есть, а потому что собаки, купленные без документов, независимости, на рынке или через интернет, у нас очень часто такое вот практикуется, и приходят собаки, определите нам породу. Вот, то есть, поэтому люди должны знать, не брать кота в мешке. Тобто дивіться в документи, а обирайте серце. Дуже, да, дуже хорошо. Ось сказано. Така порада від наших кінологів. Сьогодні в гостях були миколаївські кінологи, і ми говорили про догляд за новонародженими цуценятами. Дякуємо за увагу.